В России сегодня строится большое количество жилья. И первый вопрос, с которым новоселы приходят в свою управляющую компанию – где найти хорошего специалиста – электрика, сварщика, сантехника или маляра? Высококлассные мастера рабочих профессий сегодня в большой цене. Конкурс, который в Одинцовском районе ежегодно проводится среди сотрудников предприятий ЖКХ, помогает не только выявить лучших, но и освежить в памяти азы. Представлены были все предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Это огромный комплекс теплосети, это Лифтек, это и водоканал, и такие организации, как коммунальные услуги. То есть по всем направлениям были представлены участники. Конкурс сварщиков проходил на базе предприятия «Лифтек». Претендентам нужно было создать непростую по форме деталь. Плюс к этому швы проверялись на герметичность. Победу в номинации одержал представитель хозяев площадки Сергей Гордополов. Мне кажется, как и в любой профессии, здесь, конечно, теория этого на первом месте, она важна, но самое главное – это практика. Чем больше практики, тем, я думаю, лучше будет шов. Также на учебной базе «Лифтека» проводились теоретические номинации и состязания электриков. От последних требовалось подключить электродвигатель сначала к трем, а затем к одной фазе. В расчет принимали и скорость, и число ошибок. Для профессионалов задание средней сложности. Это примерно уровень оперативно-ремонтного персонала, который обслуживает домовые электрические сети. Электродвигатели используются во всех приводах вентиляции. Основное внимание при проведении конкурса уделялось безопасности и знанию правил охраны труда. И здесь представители предприятий ЖКХ района не ударили в грязь лицом. По охране труда вот есть победитель, который набрал 40 баллов. То есть на все вопросы она ответила. Просто я спрашивала, почему так вот подготовилась. Она говорит, я даже дома это делаю. И мы в этом году даже объявили конкурс на детского рисунка, посвященный охране труда. И чтобы родители соблюдали правила безопасности на работе. Среди лучших в командном зачете ожидаемо оказались предприятия ООО «Коммунальные услуги», акционерные общества «Одинцовская теплосеть» и «Одинцовский водоканал». Теперь лучшие мастера района будут представлять наш муниципалитет на областном первенстве. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».